Заблудился? Твоя свинка мертва. Держи. Без сомнений, ты знаешь свое дело. У меня много талантов. Будь уверена. Ох, вот как. Что ж, когда-нибудь мы непременно это проверим. Да? Что у тебя на уме? Много чего. Но вернемся к делу. Есть особые звери. Звери из... Ни смертные, ни боги не могут помешать мне в достижении целей. Посмотрим. Что именно мне нужно? Докажи, Артемид. Мне не нужно ничего доказывать. Какова награда? За каждую звериную шкуру тебя ждет дар Артемида. Ладно, сделаю. Артемида приготовила 8 испытаний. Как я узнаю этих зверей? О, ты принеси мне шкуру. Я надеюсь, ты не заставишь... Мисти, ты как раз... Ингредиенты у меня. Кто это, Аукс? Мисти, который... О, нет, ты ведь... Глупость. Я приготовлю или... О, боги! У Карагаса нет сил. Позволь мне утолить твой голод. Прежде у меня не было наемников. Посмотрим, на что ты способна. Она довольна? Этого хватит на несколько дней. Спасибо, Мисти. Возьми твои деньги, ты заслужил их.
Prostito Febron. Могу помочь. Приходи еще. Какие вести? Волк мертв. Отлично. Твои деньги, как и обещал. Думал, буду торговаться? Что ты, Алексиус? Не каждый день я приказываю кому-то убить отца. Но он не был твоим отцом, верно? Я не буду твоей куклой! Я разочарован. Ah!
Вол. Думал, будто... Как ты узнал, что... Люблю театр. То есть моя жизнь... О нет, мой друг. Знаю, знаю. Скажи, Мистий, узнал ли ты что-нибудь новое от Волка? Хватит болтать. Мне бы стоило убить тебя. Ярость, ярость. А, говорили... Кто? О чем ты? Ты все же воин, а не мыслитель, верно? Как жаль. Я мог бы поручить тебе еще пару дел. Малака! Вздумал играть со мной? Я вырву тебе язык! Я разочарован. Элпинор сбежал, как последний трус. Нужно обыскать его дом. Письмо Элпинору. О, Феба, ты привела его ко мне. Он ищет какую-то женщину. Что от нее хочет этот скользкий гад? Грузовой манифест. Элпинор шлет оружие и Спарте, и Афинам. Хочет, чтобы война не прекращалась. Встречал я опасных людей, но Элпинор самый страшный из них. Я загляну под каждый камень, обыщу каждый уголок. Найду и убью эту змею. Николаус говорил о змеях в траве, но это уже слишком. Thank you.
Вступай в команду, если жаждешь приключений.
придется тобой, Элгинор. Как жаль. Мы бы осыпали тебя драхлами. Не принимай близко к себе. На самом деле нам нужна твоя мать. У нас уже есть Деймос, и мы найдем твою мать, а ты умрешь. Ты совершаешь ошибку. Мне не стоило верить тебе на Кефалинии. Ты жив только благодаря мне. Культ хотел твоей смерти. Какой культ? Где они? Какой удивительный кристалл я нашел у Элпинора. Лучше его беречь. Hello.
Оракул прячется внутри. Я получу ответы. Они хорошо защищают Пикию. Время умирает. Oh.
Ты получишь свободу и деньги. Если пойдешь со мной, конечно. Не бойся. Мне просто нужны ответы. Пифия – священный сосуд богов. Люди из дальних стран приходят ко мне за ответами, но никто не смеет врываться в мой дом. Аполлон жестоко покарает тебя. Стража! Я всего лишь ищу свою семью, а все вокруг только лгут или пытаются убить меня. Ты первая, кто хоть что-то знает. Если я скажу, меня убьют. Я остановлю их. Помоги мне, и я устраню угрозу. Хорошо. Только поторопись. Чем дольше ты здесь, тем больше мы рискуем. Что это за культ космоса? Они всевидящие и незримы. Довольно загадок. Имена... Я не знаю. Клянусь. Они носят маски и плащи. Почему ты помогаешь культу? Меня заставили. Так, значит, все эти пророчества лживы. Получается, тебе платят за обман? Почти все спрашивают о любви и смерти. Я говорю то, что они... Я был в твоих видениях. Под храмом Аполлона спрятан артефакт. Ты говорила, дитя на скале. Культ ищет спартанского ребенка. У тебя есть шанс сделать доброе дело. Скажи, где они? И... Под храмом Аполлона есть древний зал. Это место их встречи. Где мне найти такие плащ и маску? Иногда ко мне приходит один человек. Как его зовут? Элпинор. Элпинор! Я не уверена. Элпинор уже в цар... Пусть Аполлон храм... Надо передать Геродоту, что Пифия сказала про культ. Может, он даст совет? Ну, что тебе сказала Пифия? Меня ищут жрецы культа космоса. Они собираются в тайном зале под... Так это правда? На Кефалине я убил первого адепта. Значит, они под храмом Аполлона. Найди его. Встретимся там.
Значит, это их тайный зал. Я смотрю. Что ж, мы... Место собраний культа. Я захожу. Оружие лучше оставить... Как я выгляжу? Зловеще. Хорошо. Когда все выяснишь, разыщи меня. И держи себя в руках. Не натвори дел сгоряча. Кто? Я? Кто придумал эти нелепые наряды? Здесь не место твоим выходкам. Ты поздно, так нельзя. Хорошо, что Деймос еще не пришла. Прости, я здесь впервые. Наши ряды пополнились. Что ж, здравствуй. Здесь так много людей. Но цель у всех одна. Хорошо. Мы будем обсуждать наши последние достижения. Мы не встречались очень-очень давно. Откуда эти люди? Отсюда и из-за моря. Мы все единое целое. Здесь нет войны и нет сторон. Ты назвала имя Деймос. Кто это? Ты очень быстро ее запомнишь. Это наш лидер. Она так считает, но нет, она наше оружие. С ней непросто, но она делает важную работу. Я бы не стала ей завидовать. Поговорю с остальными. Спасибо. Да-да, пока мы ждем Деймос. Кто знает, сможешь ли ты говорить потом. Победителю посвятят состязания на Олимпийских играх. Ты так влиятелен? Я властен над любым из них. Давай, сделай ставку, если не боишься. Ставлю корабль мрамора на Афинина в метании диска. Слишком легко. 25 кораблей рабов на спартанцев. Довольно. В карманах пусто. Да-да, как я могла забыть. Олимпийские игры останавливают даже войны. Но не обмен пока от нас хотят лишь крови, как бы ни потребовали руки. Давай, давай, теперь твой черед. Воздержусь. Ради дела, не ради девочки. Пролей свою кровь. О, ладно. Нужно сосредоточиться на том, что нам даст род Деймос. Какой род? Я имею в виду семью, мать, отца, брата. Они нужны нам, все они. Для дела. Конечно, Деймос не стоит об этом знать. Ты знаешь, как она вспыльчива. Она легко порвет нас на куски. Конечно, я никому не скажу. Правильно. Она не должна знать, что мы нашли ее мать. Ha, 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 ha.
Кто будет с матерью? Сделай милость, говори тише. Мы используем ее во благо. Вы нашли ее? Нет. Ну... Расскажи о Деймосе. Она показала нам все, что нужно. Она инструмент, орудие культа. Тому, кто так изменчив, нельзя доверять. Мне пора. За наше дело. За него. Мне нужно больше сведений, чтобы выявить культистов. Ты не слушаешь. Ты не убедил меня. Эй, мы хотим услышать твое мнение. Зачем тратить силы на тщетные поиски? Лучше сплотиться и покорить Афины. Нужно устранить непосредственную угрозу. Без матери не выйдет. Без нее мы недостаточно сильны. Не говори этого при Деймосе. Мы знаем, кто мать. Разве... Что думаешь? Нам лучше найти отца или мать? Никого. Есть другие мысли? Есть. Ее брата Алексиоса. Он никуда не денется. Нужно смотреть в будущее. Нет. Ищите его. Прошу меня извинить. Еще как слушаю. Просто ты не прав. Сейчас нам нужно найти отца. Двух мнений быть не может. Культ должен решить. Возьми себя в руки, Малака! Визжишь, как свинья на бойне. Я понял, клянусь. Любишь смотреть, да? Так... Что он натворил? Да какая Каиду разница? Я подвел вас. Ты с художником не можешь справиться. Что случится, когда тебе прикажут убить Архонта? Я справлюсь. Не хочу. Ну что ж, придется захотеть. Я так сказал. Бери! Нет, я не хочу. Дай трусу еще один шанс. Тюхи на твоей стороне, паршивец. Сегодня твоя шкура уцелеет. Я... чудом спасся. Он безумен. Спасибо. Лучше не зли его. Ладно. Но он прав. Я отправлюсь в Афины. Больше я не подведу. Я убью Фиде. Дашь маху еще раз, кровь выпущу. Теперь проваливай. А не то запачкаешь одежду ее кровью. Ты! Кто-то приходил к тебе домой. И убил стражей у входа. Говори, кто или изуродует твое милое личико. Прошу, умоляю, мне пришлось. Он угрожал меня убить. Он! Тебе конец! Что ты ему сказала? Отвечай, а то появится другой. Как бы я хотел вмешаться, но если меня разоблачат, все это бессмысленно. Это письма культистов. Боги! У них есть свои люди по всей Греции. Все куда серьезнее, чем казалось. Странно. Я что-то чувствую. Это пирамида, как тот кристалл, что был у Элпинора. Я здесь. Что еще вам от меня? Thank you.
чем дело? Твое лицо как маска Мельпомены. Я... нет. Все в твоих руках, но ты будешь слушаться, потому что знаешь, что им грозит. Прошу. Мы убьем их, твою жену, сына. Незачем. Именно. А, последний фрагмент. Теперь все готово. Стоит мне взглянуть на нее, я слышу песнь. Песня силы. Зовет ли она тебя так же, как меня? Да. Что ты делаешь? Ты выжил из ума? Я... нет. Она же еще не пришла. Держи себя в руках и молчи. Прояви уважение. Элпинор мертв. Среди вас предатель. Артефакт укажет на него. Ты! Все пройдут проверку. Ты давай. Все. Иди. Ты сюда. Ах!
ты жив. В храме были люди. Их лиц я не видел. Ясно. Еще. Есть. Воин. Я не видел бойца Си. Нам нужно в Афины. Афины? Мы должны найти маму. Мои вещи. Копье. Да-да. Копье! Они зовут мою сестру Деймос. С помощью артефакта она проникла в мою память. Алексиас, тот, кому я служу, должен услышать твой рассказ, пока не поздно. Ты когда-нибудь слышал о Перикле? Перикл — царь свободного народа Афин. Царь? В Афинах нет царя. Это Перикл служит людям, а не наоборот. Служит людям? Ха, ты прав. Цари так не делают. Перестань. Он хочет закончить войну. Как и мы. Он должен узнать, что против него готовится заговор. Нам нужно в Афины. Афины? Но как же моя семья? Моя мать! Ее надо найти. В твоих руках копье Леонида. Соответствуй. Если Перикл не положит конец войне, мы все погибнем. И твоя мать тоже. Что мне война? Проклятый культ уничтожает мою семью! Твой долг защищать Грецию. Наш долг. Предупреди Перикла. Но моя мать... Что же мне делать? Если где и можно узнать что-то о твоей матери, так это в Афинах. Правда? Подле Перикла собрались мудрейшие мужи Афин, а значит и всего света. В Афинах ты сможешь исполнить свой семейный долг. Вот только прежде... Нам нужно отправиться в Фермопилы, а точнее к статуе льва. Вот как? Зачем? Хочу кое-что выяснить. Это поможет нам покончить с культом и спасти твою мать. Я доверюсь тебе. Но нам нужно торопиться. Сперва в Фермопилы, затем в Афины. Я не успокоюсь, пока не сдохнет последний культист.
Mm-hmm.